Глинтвейн из двух видов вина получается вкусным. Приготовьте этот ароматный напиток в прохладную погоду. Глинтвейн готовьте из вина и специй. Нагрейте вино на плите, разлейте по стаканчикам и подавайте. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. В сотейник или кастрюлю вливаем сухое вино. Добавляем полусухое. Добавляем сахар по вкусу, нарезаем полукольцами яблоко, лимон, добавляем к вину, не забудьте палочку корицы, можно еще добавить звездочки гвоздики, ставим все на плиту и, помешивая, доводим до кипения. Когда вино начнет кипеть, сразу выключаем, даем настояться около 5 минут, разливаем по чашкам. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Подаем к столу, домашний глинтвейн готов. Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Вино красное сухое, 250 мл. Вино красное полусухое, 250 мл. Лимон 1 штука. Яблоко 1 штука. Корица в палочках 1 штука. Сахар, ломтик. Количество порций 2. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. До встречи на канале!